И снова здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем изучение Ruby on Rails. Добро пожаловать в загадочные земли Ruby on Rails. Эта карта сгенерирована с помощью генератора карт Dungeons and Dragons. И это не просто так. Дело в том, что в рельсах тоже у вас частенько будет ощущаться присутствие магии. В прошлом уроке я рассказал вам, что такое Rails. Мы подготовили наш компьютер к работе с новым проектом. И сегодня мы начнем разбираться с этими самыми рельсами и как на них создавать приложения. Мы познакомимся с моделями, расскажу про ORM и что такое CRUD. Миграции обязательно обсудим, немного научимся пользоваться генераторами, и я покажу вам, что такое Rails-консоль. Будет много того, где будет ощущение магии, но я объясню, как про нее думать так, чтобы вы могли объяснить рельсам, что вы от них хотите. Приложение, которое мы будем писать на наших уроках, вот на этих вводных уроках по Ruby on Rails, называется приложение AskMe, и это клон Ask.fm, сайта, где можно задавать людям вопросы на их публичной странице. Кстати, оригинал сам Ask.fm тоже написан на Ruby on Rails. Я только недавно об этом узнал, это очень забавно. В первых уроках у нас будет даже не полноценный сайт, а ну, какой-то кусок этого функционала, но потом мы его доведем, и в том числе в домашках, до довольно прикольного вида. Смотрите, друзья, что-то примерно вот такое получится у нас и, надеюсь, у вас в конце. У каждого пользователя есть его страница. На сайте можно, естественно, регистрироваться. После регистрации можно на сайт войти. Можно задать вопрос конкретному пользователю, можно анонимно, можно залогинившись, и тогда будет автор вопроса указан, и пользователь, тот, кому задали этот вопрос, может на него ответить. Ну, плюс еще какой-то там, может быть, незначительный функционал. Но вот суть сайта примерно такая. Лучший способ пощупать его, это просто вот прямо сейчас зайти вот на этот URL и потыкать, посмотреть, какой сайт у вас в конце концов получится. Это полезно для мотивации. Итак, давайте начинать. Ну, подготовим наш новый проект. Rails New AskMe создаст нам новый проект на Ruby on Rails с названием AskMe. Создаст одноименную папку. Вы все это уже знаете, так как на прошлом уроке я вам все это подробно показывал и рассказывал. Давайте в консоли зайдем в эту папку и откроем ее в редакторе кода. Я буду использовать VS Code, вы можете использовать совершенно любой. Сейчас пару моментов буквально сделаем. Как я говорил, я рекомендую сразу грохнуть файлик .rubyversion, потому что гемора больше, если его оставить. И еще здесь есть gem tz-info-data. Он не нужен, если вы делаете это все на Ubuntu, поэтому тоже эту строчку можно вполне удалить или закомментировать, как кому удобнее, и сохранить после этого гемфайл, чтобы он этот гем нам не спамил ворнингами. Давайте мы сделаем бандл, чтобы создался соответствующий гемфайл лог, и запустим сервер Rails S, как я вам рассказывал в прошлый раз. Отлично, сервер запустился, давайте посмотрим в браузере. Отлично, все работает ровно так, как нам и надо. Если у вас вдруг что-то не так, то пишите вопросы. Что такое модели? Когда мы с вами писали программы на простом Ruby, мы выделяли ключевые концепции в классы. У нас был, например, класс книги или класс фильма, класс вещи, да, элемента одежды. И так нам удобнее было про это все думать во время написания программы и писать код. В некоторых программах экземпляры этих классов мы куда-то сохраняли. Например, у нас одна вещь могла быть одним файлом текстовым, или одна вещь могла быть одной нодой в XML-документе, или, например, какая-нибудь книжка могла быть одной строкой в таблице Books в базе данных, которую мы подключили к нашему приложению. Модели в Rails сейчас, на данном этапе, мы представим просто как удобный способ получить доступ к базе данных. Думайте про них пока так, для основ этого достаточно.
То есть технически роль модели в нашем приложении – это просто предоставлять возможность менять и читать данные из базы по принципу «одна модель, одна таблица». Ну и таким образом набор таблиц и, соответственно, моделей обычно соответствует концепции предметной области. Например, вот у нас здесь в AskMe, я уже немножко про этот проект рассказал, но там, очевидно, там будут пользователи. Значит, у нас будет модель User и таблица Users. Рельсы, на самом деле, внутри себя в какой-то момент и будут, чтобы получить название таблицы, брать название класса, делать из него множественное число и переводить его в Snake Case, потому что название классов, как вы помните, пишется с большой буквы. Аналогично, есть модель вопрос, question, значит, должна быть и таблица в базе данных questions, множественное число. Давайте представим, какие модели и, соответственно, какие таблицы, да, потому что помните, что я вам сказал, одна таблица – это одна модель, нужны будут для данного приложения. Для этого просто проговорим схему, один сценарий работы с сайтом. Значит, смотрите, задавание вопроса. Заходим на страницу пользователя, вводим форму вопроса, текст вопроса, собственно, да, видим эту форму, пишем текст вопроса, жмем ОК, там сохранить, отправить, задать, неважно, как кнопка будет называться, это все отправляется на сервер. Сервер сохраняет это все в базу данных, да, и, кстати, для этого нужна таблица в этой базе данных, и в ответ возвращает нам HTML-страницу с страницы пользователя, на которой уже есть наш вопрос. Значит, теперь, что мы делаем? В этой схеме выделяем существительные. Выделяем те из них, которые чаще всего используются. И включаем голову, потому что все-таки, конечно, надо не настолько формально подходить, а немножко прикинуть. Выходит так, что у нас будет класс, модель пользователя, и пользователю можно будет задавать вопросы. Еще одна модель. И на вопросы, немножко думая вперед, да, по идее, можно давать ответы. И вот здесь я оставлю вопрос в висящем воздухе. Будет ли у нас ответ отдельной моделью или что-то мы еще придумаем. Вот для вас будет такой интрига. Но это мы потом все решим, неважно. На данный момент начнем с модели вопроса. Какие свойства вопроса и какие поля в таблице базы данных questions, да, нам будут нужны для того, чтобы этот вопрос можно было сохранить, а потом снова прочитать и, ну, показать на странице пользователя. Ну, нам надо про него знать как минимум две вещи. Первое – это текст самого вопроса, да, то, что спросили, и пользователя, которому он был задан. Потому что если мы просто в базу данных положим вопрос, то представьте себе, вы видите строчку в базе данных с текстом вопроса, типа, а кому его задали? Естественно, надо понимать, что это за пользователь, какому пользователю вопрос задан. С текстом вопроса все ясно. Здесь сейчас небольшое такое теоретическое отступление. В Rails вы каждому из свойств вашего класса, соответственно, по сути тому, что вы будете считать из переменных экземпляра этого класса, этой модели, должны прописать тип. И вот поле для сохранения текста вопроса у нас будет типа текст. Это будет, ну, во-первых, оно будет называться body, ну, логично, да, собственно, тело вопроса. И оно будет сохраняться как текстовое поле, длинная строка с переносами. При этом в базе данных, в зависимости от того, какую базу данных вы используете, оно может быть лежать по-другому. Но главное, что нам с точки зрения логики Rails-приложения надо прописать, что это вообще за поле. И так мы будем делать для каждого поля, которое будем использовать. Давайте про юзера поговорим. Вспоминаем основы реляционной базы данных. Вопрос задается, да, и, следовательно, принадлежит как бы какому-то конкретному пользователю. А в реляционных базах данных связь между двумя таблицами, вспоминайте, реализуется с помощью первичного и внешнего ключей. Соответственно, в нашем случае, когда вопрос принадлежит какому-то юзеру, не наоборот, да, там, юзер принадлежит вопросу, а вопрос принадлежит юзеру. Вопрос задали какому-то пользователю. У нас, соответственно, получается, что вопрос должен обладать внешним ключом, указывающим на первичный ключ. У юзера будет ID-шник, это первичный ключ. И внешний ключ обычно называется по названию объекта, на который указывает, и нижнее подчеркивание ID. То есть user ID, этот как раз внешний ключ, типа integer, да, то есть это будет поле с целым числом, будет указывать на ID-шник того пользователя, которому мы этот вопрос задали. Надеюсь, с этим понятно.
И еще неплохо бы знать, когда вопрос был, собственно, задан. Ну, чтобы, например, вопросы можно было сортировать по дате, да, или по дате изменений, если, например, вопросы мы сделаем возможность менять. И забегая вперед, рельсы по умолчанию, когда мы будем создавать соответствующие модели, будут стараться создать для вас два поля. Как раз created at и updated at. Оба поля типа date time, то есть в них будет храниться время с точностью, ну, даты и момент времени, в который это произошло. В created at, очевидно, хранится дата создания этой сущности, да, в нашем случае вопроса. А в updated at будет храниться дата изменения нашего вопроса. Давайте создавать модель вопроса, раз мы уже знаем, что нам для нее нужно. И в этом нам поможет генератор модели. Вуаля! Генераторы вместе с гемом Rails поставляют специальный бинарник Rails. Если помните, с помощью этого бинарника мы создавали новое приложение писания Rails, new, тролливали пассатижи. А если мы находимся в папке Rails проекта, то команда Rails может делать много всякого. Например, мы с помощью нее запускали сервер. Мы еще много будем ее использовать, так что привыкайте. Так вот, генератор — это специальная команда, которая создает типовой код. Да? Чтобы создать заготовку для кода модели, можно вызвать генератор модели. Важно, можно в принципе эту модель сгенерить из нуля. И модель, и там чуть позже будем говорить про миграцию к ней. Но удобнее гораздо это, конечно же, делать с помощью генератора. Давайте мы это с вами и проделаем. Заходим в папку модели, и чтобы нам создать модель, мне нужно знать про нее несколько вещей. Ну, во-первых, пишем Rails generate. Это как раз запуск генератора. Значит, мне надо знать, что мы создаем модель, то есть пишем слово model. Нам надо знать, как она будет называться. Она будет называться у нас question, мы это тоже решили с вами. Значит, у нее будет body, я уже знаю название поля и какого оно будет типа, двоеточие текст. Это определенно ключевое слово, текст, которое есть в Rails, список всех ключевых слов для типов полей в базе данных. Посмотрите в документации, я пока просто вот это поле напишу. И user ID. Это поле, как я уже говорил, будет у нас текстовое поле целочисленное. Итак, запускаем. И смотрим, что эта штука нам сгенерит. Она нам сгенерила, ну, она несколько папок, да, тут у нас, получается, создала. Но самое главное, что она создала нам сам файл модели. Давайте мы его откроем в VS Code и посмотрим, что там написано. App models question.rb. Вот именно так выглядит пустой файл модели. Видите, в нем вообще ничего нет, кроме названия класса и того, что этот класс наследован от Application Record. Кроме этого, нам наша команда генератора создала миграцию, про нее мы чуть позже поговорим, и создала два файла в папке test. Test models, но это файлы для мини-теста, и они нам не понадобятся, поэтому я предлагаю их сразу выпилить. Сразу же их удалить. Вообще, друзья, хорошая привычка, если вы файл в проекте не используете, то чаще всего не стоит его добавлять в репозиторий и замусоривать им, соответственно, код вашего проекта, поэтому всегда понимайте, что у вас, какой файл для чего нужен, если вдруг какие-то файлы не нужны, то удаляйте их. Второй файл, который нам создал с вами генератор, это файл миграции. Миграции нужны для того, чтобы база данных соответствовала вашему коду. Мы про них много будем говорить, но давайте пока начнем. Значит, в каждой миграции есть описание изменений структуры базы данных. Тут каждое слово важно. Это сложная фраза, не потому такая длинная, что просто мне захотелось. Значит, еще раз. В каждой миграции буквально описание, чего надо сделать с базой данных. Это командочки на Ruby, на специальном синтаксисе, который нам предоставляет Active Record. Что надо сделать с базой данных, чтобы она соответствовала нашему коду, ну, нашим моделям в частности. Миграции запускаются на исполнение отдельной команды. Давайте я сначала вам эту миграцию просто покажу. Миграции лежат в папке dbmigrate, и вот у нас там один файлик лежит. Видите, просто буквально написано. Создай таблицу questions, в ней создай текст body, текстовое поле body и целочисленное поле integer. Единственное, здесь надо еще дописать индекс двоеточие true. Про это позже поговорим, зачем это надо. Это, короче, индекс поля, по нему, чтобы быстрее искать. Позже чуть-чуть расскажу про это. И давайте я сейчас... Я хочу, чтобы вы понимали, что происходит. Поэтому я вас сейчас научу смотреть базу данных.
Для этого мы идем в консоль, заходим, естественно, в наше приложение, пишем SQLite 3. У вас откроется вот такая консолька SQLite. Выйти из нее командой exit. И так как наша база данных SQLite, она лежит файлом прямо в нашем проекте. Она лежит в папке DB, Development, SQLite 3. Вот такой файл, это и есть наша база данных SQLite 3. Если мы путь к этому файлу передадим команде SQLite 3, то она откроет консоль SQLite с вот этой вот самой базы данных. В частности, мы сможем посмотреть, какие там таблицы. Запускаем команду .tables. Она говорит, ну, ничего не вывело. Почему? Потому что там сейчас нет ни одной таблицы. Собственно, давайте снова выйдем, exit, и запустим команду, которая исполнит наши миграции, которая запустит файлы миграции на исполнение. Ну, это на жаргоне называется «прогоним миграции». RailsDB Migrate, я запускаю командочку, и она мне пишет, смотрите, прогналась одна миграция, да, create questions, и в ней выполнился метод create table questions. В этот момент создалась как раз в нашей базе данных эта таблица. Давайте снова посмотрим. SQLite 3, DB, development, development SQLite 3, запускаю, пишу .tables, и вижу, что там есть таблица questions. Вот она. Она создалась, то есть вот я вас не обманул, все то, что я сказал, то и произошло. Кроме этого создалось еще пара таблиц, но это уже тонкости. Пишем командочку exit, выходим из нашей консольки. Давайте я покажу, где лежат настройки базы данных. Значит, смотрите, в нашем проекте есть, папку DB закрою, в нашем проекте есть файл папка config, я про него вам рассказывал, и там внутри лежит файл database YAML. Вот именно тут, вот именно эта строчка и говорит рельсам, чтобы они использовали в качестве базы данных SQLite 3. Ну и таким образом миграции изменяли именно базу данных, вот в нашем случае DB Development SQLite 3. Про этот файл мы позже, конечно же, тоже будем с вами говорить. Сейчас я отмечу один важный момент. Если бы у нас база данных была не SQLite 3, а, к примеру, Postgres, то в этом вот файле config database YAML лежали бы пароли для пользователя базы данных. То есть, ну, короче, грубо говоря, пароли к базе данных. Она защищена там специально, на специальном сервере защищена паролем. И этот файл, и в частности файл, вот эти базы данных development SQLite 3, и какие бы то ни было другие любые базы данных, ни за что не должны попасть в репозиторий. Просто запомните это. Это прям сразу очень сильный фейл, и это очень сложно. Ну, не сложно, но вам, как новичку, будет немножко геморно это все исправить. Короче, ни в коем случае этот файл в репозиторий не кладите. То есть не этот файл, вернее, этот файл можно положить, если в нем нет паролей. Про это мы, конечно же, позже тоже все будем говорить. Ну, а сами базы данных, как я вам уже показывал, игнорируются в файле gitignore, поэтому их в репозитории, в принципе, довольно сложно положить. Смотрите, у нас есть модель и у нас есть база данных с соответствующей таблицей. Мы можем, наконец, сохранять наши объекты в очень быстрый... Господи, когда я первый раз это увидел, я подумал, это же гениально! Просто вы ничего не написали, никаких строчек кода, и вы уже можете сохранять модели, экземпляры ваших моделей в базу данных. Давайте я покажу, как это делается. Сначала мы на практике с этим всем поиграемся, а потом я расскажу, как это работает. Запускаем консоль Rails. Это еще одна способность командочки Rails. Если вы напишете после нее консоль, то вы запустите, ну, можно Rails C. Вы запустите, давайте я вам прям покажу. Здесь выйти как-то quit, по-моему, да, здесь. Да, Rails. Никто, естественно, не пишет никогда консоль, просто все пишут Rails C, потому что нафига писать еще сколько? 6 символов. Значит, Rails C, мы в консоли Rails. И сейчас я создам вопрос, причем так, чтобы это был и вопрос в виде объекта Ruby, question, переменная question. Ну, это, в принципе, наша консолька IRB, просто в нее подгружено еще окружение Rails нашего приложения. В частности, там можно пользоваться, естественно, файлами, классами наших моделей. Пишу название класса модели, question. Помните, да, что такой класс был создан? Кстати, вот мне это, так как это новый Ruby, здесь подсказка идет, какие методы есть. Нам нужен метод create. И этому методу в скобочках нужно передать параметры, с которыми надо создать новый вопрос. Ну, question — это вопрос, соответственно, мы создаем новый вопрос. Body, текст вопроса. Давайте напишем традиционное «Привет, как дела?» и user ID, которому этот вопрос задан. Например, он будет задан первому юзеру, да, допустим. Нажимаем Enter.
И вопрос создан в базе данных. Я сейчас не буду заходить в SQLite, показывать вам, что он реально создался, но вы просто видите, что здесь соответствующий SQL-запрос отправился. Короче, просто поверьте мне на слово. Если хотите, в качестве проверки сходите в SQLite, откройте в консольке SQLite 3, это база данных, DB Development и так далее, проверьте там. Я сейчас не буду этого делать. В принципе, юзернейма с таким ID-шником у нас нету, да, но и таблиц юзеров еще нет. Но юзер ID мы прописать можем, никто нам этого не запретит. Значит, теперь смотрите, у нас есть этот вопрос в объекте question. Вот он, видите, вот вся информация по нему. Мы можем поменять у него body. Например, давайте напишем так: question body равно, и напишем, перепишем текст. Там был привет, как дела? Мы напишем привет, первый юзер, как дела? Сохраняем. И пока мы поменяли только объект, да, только сам этот question. В базе данных все еще информации не сохранилось. Если мы напишем question.save, эта подсказка, честно говоря, начинает немножко бесить. Но ладно, допустим. То вот в этот момент как раз происходит запись изменений в базу данных. Таким образом, мы можем менять любой объект в нашей, любую строчку в таблице базы данных. Ну и, соответственно, если мы его снова подгрузим, то изменения будут уже другие. Давайте мы найдем этот вопрос как бы еще раз. Да? То есть давайте я, ну, для наглядности, давайте я выйду из консольки, да? Зайду в нее еще раз, RailsC. И напишу question. Нам надо найти этот самый вопрос. Мы раньше его создавали, а нам надо теперь его найти. Пишем questions, ну, с большой буквы название нашего класса, find, и указываем ID-шник этого вопроса. Если помните, ID-шник у него был один. Ну, собственно, это первый вопрос, поэтому у него и один. И question. Смотрим, что у нас в переменной question. Все тот же вопрос. Обратите внимание, кстати, что текст обновился. Вот. То есть мы таким образом можем вопросы создавать, обновлять, находить. Ну и давайте его, наконец, теперь грохнем, удалим из базы данных. Давайте сделаем question. У него надо вызвать метод destroy. Он удалится. Обратите внимание, будет снова отправлен запрос в базу данных. И давайте выйдем из консольки. Quit. Снова зайдем в нее. RailsC. И попросим список всех вопросов вообще. Question all. В этот момент нам выводит пустой. Ну, он отправляет запрос, специальный объект специального класса, но он выглядит, ну, с ним можно пользоваться как массивом, поэтому он нам выводит, что пустой массив, вопросов, соответственно, нету, потому что мы вопрос удалили. Что такое ORM и Active Record? Это очень важные вещи, именно поэтому они в самом-самом первом уроке. Сейчас про них расскажу. Смотрите, одна из стандартных функций модели в рельсах – это удобное сохранение, ну и чтение Ruby объектов в базу данных. То есть в базе данных должна быть таблица для этих самых, ну, в нашем случае, вопросов. И мы хотим, чтобы в приложении так вот жух, и, короче, данные сохранились. У нас был Ruby объектик, они сразу сохранились в базе данных. Ну, то есть экземпляр класса быстренько одной строчкой совершенно простой сохраняется в соответствующей таблице базы. А потом мы хотим наоборот, инициализировать объект, прочитав строку из базы данных, например, обновить этот объект как-то, сделать так, чтобы изменения из объекта снова сохранились в базу данных, ну и, наконец, иметь возможность эти вопросы быстро, ну, эти объекты из базы данных быстренько удалять. Просто вот захотели какой-то объект, баз удалили, и таблица тоже в базе данных исчезла. Короче, чтобы у нас наши объекты, которые у нас есть в нашем приложении на Ruby, максимально быстро соответствовали тому, что происходит в базе данных. Кроме этого, кстати, важный момент, про который я не рассказал, то, что в таблице всегда есть ID-шник, да, то есть столбец ID, тип integer, да, порядковый номер строки, по которому эти строки можно однозначно идентифицировать. Это поле всегда есть, вам не надо отдельно для него в миграции указывать ничего, оно всегда будет создано. CRUD. Create, Read, Update, Delete. Просто запомните эту аббревиатуру. Она нужна, потому что ей очень часто пользуются в рельсах, и это как некий набор стандартных действий с любым объектом. Ну, собственно, с любым объектом можно его создать, прочитать, то есть если он уже создан, что-то с ним сделать, посмотреть, да, обновить его, когда он уже есть, изменить его как-то и сохранить снова обратно, и Delete,
удалить, соответственно, стереть. В случае с Rails за действие create отвечает метод create, или можно сделать новый объект без сохранения в базу данных, потом сохранить его с помощью команды save. Прочитать его можно с помощью команды find, если нам надо один, или where, если нам надо несколько объектов достать. Обновить объект можно просто непосредственно прописав его какое-то поле, например, как мы делали с QuestionBody, да, прописывали, что теперь у него новое значение, QuestionBody равно и так далее. Или можно написать ее question.updateAttributes, если нам надо поменять сразу несколько его свойств. Можно написать body двоеточие что-то там, userID двоеточие что-то там. Ну и, как я вам показал, просто вызывая метод destroy у объекта, можно его грохнуть в базе данных. Важный момент. Мы могли бы написать код общения с базой данных, то есть вот такой класс, от которого, если мы наследуем наш объект, то он сохраняется в базе данных. Мы могли бы вот этот вот класс написать вручную. Помните, мы в блокноте писали код для сохранения заметок в базу данных руками. Было время. Но такой код надо было бы писать в каждом веб-приложении, которое использует базы данных. А базу данных использует, спойлер, практически каждое приложение, если только оно не статическое. Там, если там хоть что-то надо сохранять, там есть база данных. Поэтому придумали выделить это в библиотеку. Аббревиатура ORM, объектное реляционное отображение, или по-английски Object Relational Mapping, это способ как раз превратить объект в строку таблицы и наоборот. Мы что-то делаем с объектами в нашем языке программирования, ORM есть не только в Ruby, конечно же, а потом сохраняем данные в базу с помощью удобных команд, которые позволяют делать самые типовые операции, ну, на которых, по сути, приходится 90% кода. Поэтому этот функционал включен в Rails с самой первой версии. И это, кстати, задало тон развития фреймворков веб-разработки на 30 лет вперед. Во многих фреймворках этот компонент появился уже после того, как он появился в рельсах. Так вот, часть Rails, которая занимается ORM, называется Active Record, реализуя одноименный, собственно, паттерн объектно-ориентированного дизайна. Вам эти все слова не настолько важно запомнить для пользования Rails приложениями, как для того, чтобы просто понимать, что происходит. Некая такая историческая сводка. Ну и, конечно же, на собеседованиях это могут спрашивать. Так вот, этот гем, Active Record, который мы с вами использовали только что, хотя вы, может, этого и не видели, но в консольке именно им мы пользовались, он работает с самыми распространенными базами данных, системой управления базой данных. SQLite, Postgres, MySQL. Вам, наверное, кроме этих трех особо ничего не встретится в жизни, но так или иначе он еще с каким-то, может быть, работает. Это надо изучать и смотреть отдельно, но это вы будете делать, когда будете уже более опытным разработчиком. При этом настройки по подключению к базе данных лежат в отдельном файле config.database.yaml. Я вам его уже показывал. При этом нам не важно, какой именно код работает внутри Active Record. Как это реализуется на уровне Ruby? Это сложный код, его написали крутые перцы, крутые разработчики Rails. Нам не важно, как он работает. Если хотите, можно глянуть, но нам не важно. Вот что нам важно, так это понимать, по каким принципам, в какой момент и в каком виде ваш объект Ruby будет записан в базу данных и какие SQL-команды при этом будут выполняться. Например, когда мы пишем question create, то под капотом Active Record выполняет insert into запрос, да, отправляет SQL в таблице questions. А когда мы пишем question.find, то под капотом выполняется select из этой же самой таблицы questions. Я вам показывал, SQL-запрос, который выполняется при вызове конкретной команды, видно в логах. В случае, если мы работаем в консоли, то вот прямо перед нашим экраном, прямо перед нашим носом. А в случае, если это сервер, на котором будем отправлять запросы через браузер, то это будет видно в логах сервера. Мы, конечно же, покажем, как это смотреть тоже. Кроме тех команд, которые я сегодня использовал, create, find и так далее, ссылки на другие команды и более подробное описание этих команд, как всегда, в доп-материалах. Это надо знать прям как отче наш. Начинайте с нескольких команд, вот те, которые я вам показал. Я, естественно, буду про новые команды рассказывать в уроках, но вообще эти команды надо очень хорошо знать. Именно команды Active Record, которые вам нужно выполнять, чтобы манипуляции с вашими объектами Ruby выполнять и сохранять их и читать из базы данных. Давайте еще раз поговорим про миграции. Возможно, то, что я сейчас буду говорить, я уже говорил, но, черт возьми, это такая тема, что лучше 10 раз я повторю, чем вы что-то не поймете. Наше приложение использует базу данных с определенной структурой.
Чтобы мы могли сохранить вопросы, во-первых, первый момент, в конфиг database должны быть, database YAML, должны быть заданы настройки для подключения к базе данных. Во-вторых, в этой самой базе данных должна быть таблица questions с нужными нам полями. То есть в этой таблице должны быть поля body, поле типа текст, потому что оно должно подходить для сохранения большого текста, и user ID типа integer, да, а также поля createDate и updateDate, ну, у них тип dateTime, они и так по умолчанию, как вы видели, добавляются ко всем моделям. Сейчас я тоже это покажу. Сначала давайте разберемся с настройками базы данных. Где лежит база данных? Что это за база данных вообще? SQLite, MySQL, Postgres. Настраивается в файле config.database.yaml. Для Postgres, для MySQL баз данных, там будет указан хост с этой базой, юзер, пароль, название базы и так далее. В рельсах можно настроить базу данных отдельно для каждого окружения. Про окружение мы поговорим попозже, у нас пока development, просто запомните это. И если мы попытаемся вызвать код, но в базе нет нужной нам таблицы, то мы словим ошибку Active Record Statement Invalid. Ну, сейчас она так называется, может попозже ее переименуют, но неважно. А если у нас мы попытаемся использовать какой-то атрибут, например, у вопроса решим вызвать title, а такого поля в базе данных нет, то будет ошибка Active Model Unknown Attribute Error. Короче, нужно, чтобы база данных соответствовала коду. Вот как раз миграции нужны для того, чтобы у всех разработчиков в базе данных была одна и та же структура. Важно, не данные, а именно структура. Чтобы можно было развернуть приложение с нуля у другого разработчика или на боевом сервере, например, Heroku, придумали всю последовательность операций, которая нужна для того, чтобы база данных соответствовала коду. Самое частое здесь, конечно же, это операции создания таблиц, вот как вы видите. Хранить в виде специального кода, кода миграции. Важное замечание для Django разработчиков. В рельсах миграция — это вот буквально код на Ruby, который напрямую генерит запросы и меняет структуру базы данных. В названии миграции первым идет дата. Видите, написано 2021.01.11.7, ну, неважно какая дата, важно, что если вы создаете миграцию, туда запечатывается момент создания этой самой миграции. Зачем это нужно? Если два разработчика сделали две разных миграции, то мы будем знать, в каком порядке их накатывать. Например, один, ну, они могут связанные какие-то вещи делать, то, короче, мы точно знаем, в каком порядке их накатывать. Они будут накатываться в порядке этих дат, то есть начиная с самых ранних, заканчивая самыми поздними, что логично. И можно посмотреть, как выглядит схема базы данных, с которой наше приложение планирует работать. Это можно сделать в файле db schema rb. Вот этот файл. Смотрите, друзья. Здесь есть наша самая с вами таблица questions. Здесь есть то поле, которое мы просили, body. И здесь есть поле User ID, у которого, кстати, почему-то нет индекса, но сейчас мы это исправим. Есть поля DateTime, createDate и updateDate. То есть, почему они созданы были? Потому что вот здесь, кроме нашего поля, еще странно, кстати, я не сохранил файл, что ли, индекс должен быть. Кроме этого поля, давайте мы пока сохраним, индекс уберем, сохраним, напишем его, пока файл сохранять не будем. Сейчас покажу. И вот это вот как раз t-timestamp создает createDate и updateDate в dateTime. Значит, при создании приложения файл schema.rb был пустой. Ну, там ничего не было, там не было вот этой таблицы, естественно. То есть, когда мы создали модель генератором, нам как раз создали эту самую миграцию с вами, и набрав команду rails-db-migrate, мы поменяли содержимое файла schema.rb. Собственно, как бы команда db-migrate и выполняет все миграции, а каждая миграция отправляет в базу данных инструкцию на создание, изменение или удаление, в нашем случае было создание, да, соответствующей таблицы, и таким образом база данных становится подходящей для нашего приложения. Кстати, обратите внимание, что в нашем в классе модели question.rb вообще нет никаких строчек. Там просто название класса, то, что у нас наследовано application record, и все.
Вопрос, а как тогда рельсы понимают, какие у этого класса, собственно, какие у экземпляров этого класса есть вообще методы? Ну, бади мы же вызывали, да, и тем не менее это все сработало, хотя в самом классе это все не написано. Это как раз пример рельсовой магии. Что происходит? В момент первого обращения к этому классу рельсы берут из конфиг датабейс информацию от датабейс YAML и обращаются к базе данных, чтобы запросить набор доступных полей. На лету добавляют классу question соответствующие геттеры и сеттеры, экземплярам его класса, естественно. И таким образом, когда мы вызываем метод body, мы можем получить доступ к соответствующей ячейке в базе данных того вопроса, который у нас загружен в переменную question. Ну, я вам это все показывал. Когда мы создаем экземпляр класса question, рельсы лезут в базу данных и буквально смотрят, какие столбцы есть в соответствующей таблице. И добавляют методы, соответствующие названиям колонок в этой базе данных. Именно поэтому колонки в базе данных, вот я назвал body и user ID, вот эти колонки надо называть так, чтобы они не конфликтовали с какими-то уже имеющимися ключевыми словами. Например, type, save, class, toS. То есть это будет добавлен такой метод к вашему объекту. Поэтому эти колонки надо называть аккуратно. Ну, опять же, не бойтесь, в нашем курсе, естественно, я буду вам говорить, какую колонку назвать. Это просто вам на будущее. Миграции можно накатывать. Я вам это показывал. Команда Rails DB Migrate. И кроме этого, миграции можно откатывать обратно. Давайте откатим назад миграцию, которую я только что накатил. Rails DB Rollback. Это делается вот такой командой. Rollback буквально откати назад. И видите, он нам написал, что он reverting, то есть мы удалили таблицу questions. Теперь я вам хотел для чего это показать. Чтобы если мы зайдем в консольку Rails C, и я попытаюсь создать, ну, неважно что, например, ну, объект класса question попытаюсь получить, да, q равно, пишу вот это, и мне вот как раз говорят, я не могу найти таблицу question в базе данных. Это как раз ошибка, которую чаще всего допускают новички, а именно начинают пользоваться приложением Rails, не накатив миграции. Давайте мы из консольки выйдем, я в миграции допишу индекс, но я его уже дописал, да, вот это вот. Индекс true вы тоже допишите, я позже, мы про это поговорим в нашем курсе, расскажем, зачем это надо. И вот теперь мы поменяли миграцию, да, мы можем ее накатить. Rails DB Migrate снова. Важный момент, никогда не меняйте миграцию после того, как вы ее накатили. Если вы хотите поменять миграцию, откатите ее, сделайте rollback, поменяйте и потом накатите снова. Запомните это. Потому что потом, ну, короче, если вы не понимаете, что происходит, может быть, потом запутаетесь и не будете понимать, как изменить, чтобы все работало. И еще важный момент. После того, как вы накатили миграции и закинули их в репозиторий, ни за что их не меняйте. Лучше создайте другую миграцию, которая будет изменять после накатывания предыдущей, изменять новое положение. Например, можно название таблицы переименовать. Не надо как бы откатывать назад, в исходной миграции менять название таблицы, если вы уже закатили это все в репозитории, я имею в виду только это, потому что у других разработчиков уже может быть другая структура базы данных, и накатить новую миграцию легко, а вот потом разруливать, что вы там нового добавили, это, короче, очень может быть непросто. Ссылка на раздел про миграции в официальном гайде Ruby on Rails будет в дополнительных материалах, обязательно с ним тоже познакомитесь. Друзья, это был очень важный урок. Мы с вами сегодня кода написали немного, но много чего я вам объяснил, и я очень надеюсь, что вы поняли то, что я вам рассказывал. Сегодня в уроке мы создали с вами новое приложение AskMe. Я рассказал вам, что такое модели, что такое ORM, CRUD, Active Record. Я надеюсь, вы все это поняли. Рассказал вам про миграции, зачем нужен файл DB схема RB и зачем нужны миграции. Познакомились с командами Rails DB Migrate. Я научил вас накатывать миграции и Rails DB Rollback откатывать миграции. Также я показал вам еще парочку команд Rails, нашего бинарника любимого Rails, которые можно использовать для генерации моделей, соответственно, Rails Generate, и для того, чтобы играться в консоли Rails, то есть в нашей, по сути, RB-консоли с подключенным окружением Rails. Если вдруг из этого урока надо будет что-то вспомнить, посмотрите конспект. Также обязательно
посмотрите дополнительные материалы, хотя бы глазами их просмотрите, чтобы вы знали, что там лежит. Мы продолжим выкладывать видео по Ruby on Rails, поэтому обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео, пишите в комментариях, что вам было понятно, что вам было непонятно, и до встречи в новых видосах. Пока! Thank you.